Сами феномены, сегодня у нас очередной выпуск теста шаблонов, и сегодня мы добрались до шамана. У нас новый шаблончик от близов называется «Возвращение тотемов». Ну, из названия понятно, что это шаман на тотемах. И, может быть, у них получилось лучше собрать, чем у меня, потому что я тоже пытался и что-то как-то не ахти, честно говоря. Ну, нечего сказать, да, тут, кстати, эволюция есть, я, может быть, потому что я без них играл, может быть, не знаю. В общем, ребят, ставим лайкосик и идем смотреть видосик. Ну, все просто, ну, вы знаете, быстренько поставили лайк. Быть шаманом. Королем. Изменчивая эволюция. Ну, не знаю, сил тотемов. Ну, кстати, можно прикольно, да, скомбинить сразу. Сразу комбо-вомбо подъехало. С монетки тотем, потом еще тотем, потом забав. Бэм, просто бэм. Жестко. Нет. Жестко нет. Ну, какой маг, который начинает с 2-2? Ну, ладно. Ладно, собрался, разобрался. Все понимаю там. О, нормально. Ну, кстати, сейчас можно с монетки поставить тотем языка пламени, монетка и это самое. И пробафус. Хотя можно и одним, на самом деле, обойтись. Так, если я ставлю второй, что это мне дает? Как бы ни хрена не дает. Тупо, чтобы он их не законтролил, не знаю. Нормально третий ход 2-5-2-5? 4-10 на столе. Вот это жестко. Так, мы можем сыграть вот этого товарища и сыграть вот этого. Но я ими все равно биться не буду, правильно? Можно, кстати, наверное, даже лучше так поставить. Нет, так. Потом мы будем призывать тотемы и, соответственно, бафать с этой стороны. Да ну ёл. Ну хотя пофиг. 105-1 у нас есть. Нормально, калькулейтед. Этот поставим сюда. А это сюда. Жалко, нету никакого добора. Ну, понятно, там у шамана и так с добором проблемы. Ну, неудивительно. Давай еще флеймстрайк потом сверху, а. Чисто так, чтобы было. ГГ, смотри, сейчас флеймстрайк взлетает. Я сгорю, серьезно, если это... Ну, хорошо. Оу. Слабая карта, на самом деле. Мы даже это самое, не мешкаем, просто идем в лицо. Плевать вообще. Хотелось бы, конечно, этого лакира призвать, но тут далеко до правды. Наш не может ее никак забафать, правильно? Навряд ли там какая-нибудь кобыла играет. Тупо хил на один. Случайное существо за ту же стоимость. Неплохо. Кстати, да, у него же ярость дракона еще может быть. Я что-то... Это невероятно! Просто лучшая пятерка Эва. Я в жизни таких пятерок не видел. Ну ладно, тут изикатка. Блин. Окей, едем дальше. Так, охотничек, интересно. Интересно, это который с пылами или простой? Нет, ты не угадал. Не, ну пока все окей. В общем, у нас есть этот элемчик на столе, там собаки нормально. Кисараж на четвертый ход. Конзит. Кстати, компу оставим, наверное, тотем полимурлоков и кобальды-отшельники. Да, нормально, кстати, портал, кобальды, мурлоки. Все вместе, все в одну кучу. Нормально, нормально. Сейчас как камбэхнем на этой колоде. Колода, конечно, бим-бамбэ, ребят. Прям всем советую. В скобочках нет, но тем не менее. Монозмей.
Почему он начинает с монозмея? Почему я не начинаю с монозмея? Наверное, потому что я шаман. У меня нет своего монозмея. У меня был когда-то трог, но он... Понял. Но он умер. Бедный трожек. Не сделаем просто так, я не знаю. В надежде не знаю на что. Ну, типа, в надежде на то, что я сыграю второго кобальда-отшельника и сыграю водоворота. План таков. Но, видать, там антимагия сейчас пойдет и как бы до свидания. Ну, будет супер обидно, если это антимагия. Нет, это не антимагия, мне повезло. Ебой. Нормально, нормально, живем. Красиво, красиво сыграно, ну... Сейчас бы была бы антимагия, я бы все, как бы, до свидания. Я бы, наверное, закончился, но мне повезло. Что там? Два петроглифа, да? Угу. Тупо два петроглифа в руке, понял? Понял? Чекаем эту херню. Эта херня не работает. Жалко, нет заклинаний... Набафать себе, не знаю, армор. Будет обидно сейчас получить флеймстрайк за 5. Колода чудес, типа, ладно. Не супер страшно. И пин сюда. Угу. Можно, кстати, сейчас поэволюционировать немножечко. Немножечко. Но что-то мне не очень нравится поэволюционировать. Хотя, почему бы и нет? Почему бы и нет, правильно? Не, может быть, тотем я буду бафать, подожди. Сейчас мы набафаем себе. А может быть, лучше все вообще перебафать? Ладно, давай еще на один. Блин, говно. Ладно, давай так тогда. Несколько карт просто пробафаем. Окей, go next. Так, ну профессиональный тотемщик в деле. Жажда крови, нахрен, злая колдунья, нахрен. На самом деле не вижу никакого профита в этих тотемах. Типа они вообще какие-то useless куски. Типа стоят просто, просто на столе и все. Типа даже сыграть вот эту пятерку, которая Алакира призывает, просто невозможно. Найс начало, между прочим. Давай еще забаф на +2/+2. И будет вообще здорово. Недотёпа. Ну ладно. Мой оптимизм угасает, ребят. Могло быть и лучше. Но пока у меня, конечно, все вообще хреново. Пивинчик. А, это агро еще и с пингвином. Ну да. Потому что печать, которая на зверей работает, очень круто с пингвином комбится. Ой, найс, вот это найс. Конечно, на пятой мане будет те самые жажда мамы, вот это как она. Живая мама. Вау, он еще и эти играет. А вот это действительно странно. Ну, надеюсь, у него нету пробафа, иначе габела. Блин, особо-то и забафать нечем. Хотя, если 3-4 переживет. А, он решил эти забрать. Ну, окей. Блин, и нечего будет это самое. Кого бы эволюционировать, а? Ладно, поехали так, пофиг. Не, ну нормально, чё. Делаем грязь. Неплохо. А чё бы нет, нормально, пробафали стол. Ну так, не супер, конечно, но все же, благодаря одной карте просто чё это было только что.
Нормально так получилось-то в итоге. Мы были без стола, блин. Просто без стола, а сейчас у нас все окей. Не идеально, да, но... Все же что-то. Сейчас под жажду крови нормально почистим стол. Тоже неплохо. Не-не-не, вот этим давай. Ну вот и все. Поконтрено. Лишь бы ему сейчас жажда, это, живая мана не пришла, и все отлично будет. Да это вообще пофиг. Супер! Слушай, а неплохо под колдунью-то эволюция. Если колдунья ход переживает, то нормально можно свой стол разогнать. У меня до этого так не получалось ни разу, поэтому... Не было веры в колоду. А вот так, если под эту штуку разгонять, то довольно-таки недурно получается. А возьму вот так. А мне пофиг. Просто обилку. Пусть трейдит все в 5-3. Плевать вообще. Блин. Пробав вот этот топ-дек, конечно. Дай боже. Два четыре. Ну, типа, у него не супер сильный стол, но у меня дропов нету вообще. Вот в чем вся основная проблема. У меня нету дропов. Как бы сделать, а? Наверное, даже так лучше. Вот так сделаем. Нормально. Ну, типа, через 2-7 он, скорее всего, сейчас не пройдет. Если, опять же, живая ман не пришла. Нормально. Мы сыграем талисман. И вообще будет бомба. Еще 9 маны, можно этот таунт отхилить. ГГВП. Отлично. Ну что, поехали. Последний забег какой-нибудь такой. На самом деле, если заходит, то не такая плохая колода. Ну, типа, если разумно не просто выкидывать там вот в темп карты, то можно что-то и придумать. Вау. Вау. И с этой колдуньей. Колдунья эволюция — это вообще лютая хрень. Серьезно, лютая хрень. Где-то подлейт, ты можешь просто из ничего сделать себе целый стол. Просто из ничего. Вот у тебя вообще ничего не было. Ты просто кидаешь четверку и 6 раз эволюционируешь. Это моя очень жестко. В служении королю лечу. Чё-то я не думал, что это будет так жестко. Надо, наверное, таунт искать. Нормально, у нас жажда крови есть, в принципе. Если у него берсерка нету, не берсерка, а вурдала, который за 3 маны, то у нас есть все шансы просто изи тут победить. О, пока нету. Отлично, отлично, отлично. Прям вообще зашибись. Я, конечно, мог подождать, да, не играть сейчас пробав, а сыграть просто талисман стихий. Но я не хотел, чтобы он спамил гулей. Здрасте. Well, Matt. Вот это красиво сейчас было. Это сейчас прям нормально. Такая прям катка получается прям здоровская. Я, правда, не знаю, сколько там урона, но явно не 28. Но мы все равно сделаем так. Так, это в лицо. Это в лицо. Это в лицо. А это тоже в лицо. Ну там вот чуть-чуть не хватает урона. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Нормально. Нормас напас лавандос, как говорится. Было бы на ману больше.
было бы совсем по-другому. Но как есть, как есть. Да больше тотемов. Ну, хотя бы отхилиться сразу, не знаю. Конечно, предсмертный хрип, наверное, было правильнее кидать, не знаю. Но она от казни сейчас отъедет. Вторую жажду крови надо, не знаю. Я там на армор, по-моему, больше дал, да? Хрен с ним вообще. Оу. Вот это неприятно. Три тотема есть. Блин, очень близко к правде, чтобы сыграть Лакира. Давай тогда так сделаем. Следующий ход можно попробовать реально Алакира призвать. Это было бы нереально круто. Ну да, там, кстати, короче, 2-7. Я, по-моему, неправильно походил. На 2 армура ему больше дал, чем надо было. Ну да хрен с ним. Так. Первый раз я увижу, как Алакир призывается. Ему же место есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нету ни хрена ему места. Тогда один такой можно фидануть. Вот теперь есть. О, нормально. Вот это прикольно. Наконец-то получилось прокрутить. Наконец-то. 3-6. Дай бафчик. Пробавчик от тотемов. И мы тут изи просто раскатаем его. Ушатаю тебя, понял? Ну ходи, я... Ну йоу. Йоу, мэн. Мой клинок жаждет крови. Йоу, мэн. Эволюция. Можно было бы, конечно, поставить, но я думаю, что я просто сэволюционирую в рывка какого-нибудь. Так, один раз идем в лицо. Обожаю омлет. За сколько мне нужно? За 2 маны. Мурлок. За 3 маны. 3-1, который рывок. Нет. За 4 маны, хер знает, тут вообще за 4 есть маны рывок. Тут за сколько? За 7. Алакир 8 стоит. Смотри, сейчас второго Алакира призываю, смотри. Да, блин. Да ну йоу! Чувак! Ладно. Ну, сейвов, сыграю, боюсь потасовку. Хотя, что потасовка, там не факт, что... Ну, если бы его 11-3 выжил, то я бы как бы до свидания. Папочка сделал как... Блин, я думал, ну, вдруг рывок какой-то выпадет. Ну, нет, не повезло, чёрт! Нужно было под злую колдунью бахать, хотя, опять же, такое... Довольно-таки спорно. Ну, ничего, сейчас мне 4-6 принесет. О, портал. Отлично. Нет, вот так. Истина. В натуре как, братан? Что-то в натуре дерьмо какое-то. Яйцо. Может, СПД? Спасибо. Я не могу никак, типа, 2 раза походить. Нет, не могу. Блин. Ой, неправильно сделал. Мог 1-1 оставить, ну ладно. Не влез, надо сначала 2-3 трейдить, потом 3-1. Но это все не важно. Важно только то, что я Лакир призвал, остальное плевать.
Блин, принц Келиосет. Ну там других легендарок что ли нету, кроме принца Келиосет. Тут серьезно. Чувак, ну ты че? Господи, я в шоке с этих легендарок, это просто все. Что одна легендарка, что вторая, просто какой-то ужас. Как тобою выиграть? О-о-о. Хотя, что там за две маны? Ну, за четыре. Окей, пофиг. Бегим. Жестко. Вот это жестко было. Прикольная катка, мне понравилось. Ну такая, блин, не знаю. Если не тупить особо, то по идее можно играть этой колодой. И бывает, конечно, так, что тебе вообще супер не заходит, а противнику супер заходит. Но это нормально, это Hearthstone. Но бывает, что очень прикольные катки получаются. Например, как это. Мне, например, понравилось. То есть прикольно. И Алакир призвали, и вообще там и жажда крови, и все дела на полный стол. Короче, прикольно. В общем, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем удачи, всем пока. Увидимся совсем скоро. Лайк поставьте, ну, по-братски-то. Братская кровь-то. Ай, ладно, все, пока.